Приветики, снова котик пришел. Да, видимо, пригорелся теперь. И раз котик, то у нас сегодня свитбокс. Вот такая посылочка. Свитбокс. Фиксики. Целая коллекция у меня. Я помню, были когда-то коробочки из этой серии, но так, чтобы мне вот прислали большое спасибо на обзор сразу кучу свитбоксов, и, возможно, я соберу всю серию. Это прямо интересно. Так что, может быть, кто-то ждал, когда я делал обзор на этих фиксиков, и вот, наконец-то, время пришло. Что здесь? Вот такие вот коробочки. С фиксиками. Фиксики мультфильм довольно классный. Всегда не пропускаю его, когда там сын смотрит с ним. Всегда с удовольствием смотрю. Там какие-нибудь факты прикольные, интересные. В принципе, вы, кстати, знали, что недавно из фиксиков завирусился какой-то момент, как по пальцам можно таблицу умножения сделать. Вот, и там, в общем, все в шоке, в восторге. И посмотрите, действительно удобно, прикольно. Ну, а здесь у нас мармеладный пакетик, то есть пакетик с мармеладом. Свитбоксов всегда вкусняшка, игрушка. И открываем, давайте посмотрим. Котик, что упало, то пропало. Слышали? Это котик сказал. А у меня тут все желтенькие. А, есть зеленое яблочко. Вот такие мармеладинки. И дегустация каждый выпуск. Каждый выпуск. Обязательно ставьте лайк за вашу любимую тему. Фиксиков, пакетиков, коробочек и все остальное. И за котика. Чтобы он почаще приходил. Он любит за каждый лайк. Я ему даю дополнительную вкусняшку. Так что сколько наставите лайков, столько будет и вкусняшек. Итак, давайте... распаковываем и посмотрим, кто. О, это персонаж же, да, который потом был Fire введен. Так, он у нас, между прочим, на каких-то коньках. А, нет, это подставка. Он идет с подставкой. Fire. Одноклассник Симки. Вот такой. Смотрите, в коллекции их куча какая, так что, может, всех и не соберу тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все они спортом занимаются. Все на спорте. И с подставочками. На подставочку устанавливаем. И вот такой вот Fire с гантелей и с этой его прикольной прической. Так что фиксики маленькие, которые живут во всяких приборах, теперь могут жить и у вас дома. И у меня будет, надеюсь, вся коллекция. Но надо посмотреть. У меня, по-моему, был нолик с клюшкой, если я не путаю. И, по-моему, была повторка еще нолика с клюшкой. Ну а здесь загадка, кто попадется. Хочется посмотреть на всех. В каждом пакетике с мармеладом. Это я откладываю. Это вы знаете, у меня заначечка моя. Вот. А это сюда. Тыдыщ. Это официально абсолютно. Значит, по коробочке фигурки официальные. Все лицензионно, все персонажи настоящие. Так что для любителей таких серий это самое оно. Так, у меня тут, между прочим, нолик бегун, по-моему, да. Нолик. В данном случае что он делает? Он просто бегом занимается. Нолик. Нолику порой не хватает знаний и опыта, но это не мешает ему иметь по многим вопросам собственное мнение. Да, вот такой вот нолик, прям как я. Так, нолику подставочку просто так вот устанавливаем. Тут есть вот так специальная подсказочка, как установить, чтобы точно... О, вот так. И нолик бежит. Такая прикольная причесочка фиксикового. Здесь даже, видите, значок покрашен. И вот такой вот нолик. Так, нолика ставим сюда. А у нас следующая на очереди карабусечка. С сладкусечким мармеладусечком и с пакетусечком с фиксусечком. Так... мармелад. Обязательно откроем еще в конце. Посмотрим, проверим, какие цвета попадутся. А пока открываем следующую нашу. Вау! Это Симка! И у нее мячики. Смотрите, Симка со своими мячиками. И их можно пожамкать. Ничего себе! А так, подождите, чуть эту подставочку не потерял. Меня так удивили мячики Симки, что я просто удивился. Смотрите, Симка, она болельщица, она фанатка. Смотрите, хоба, и они мягкие прям. Мягкие мячики Симки. Круто. Она за ними может прятаться.
Можно вот так их немножечко раз, и вот Симка тогда будет на вас смотреть, а можно опять за ними спрячется. Ну круто, это прикольно. Да. Так. Симка. Симка и ее мячики. Вот ее. Это. Как? Я не знаю, как называется. Штука для болельщиков. Вот это еще Симка такая, может быть, да? Симка тоже на коньках. Вот она, по-моему, на коньках. Или мне все-таки на коньках Симка попадалась. Не знаю, не помню уже. В общем, все эти спортивные Это, короче, олимпийские эти фиксики. Олимпийские фиксики. Фиксики-олимпиксики. Назову их так. Кто там? Мармелад. Все понятно. Пригодится. Беру его всегда про запас. Он у меня всегда с собой. Я всегда с собой беру. О, это футболист. Фаер-футболист. Вот так опять. Здесь можно вот так вставить. И он такой, как сейчас вдарю. Фаер-футболист. Фаер качается. У него качалочка. Он в футбол играет. Фаер вообще на спорте. Нолик, он такой просто бегает, бегает там что-то. А Фаер, он нормально такой вообще. А кто тут еще может попасться? Игрик может попасться нам. И Верта из других фильмов. А, и Шпуля. И Шпуля еще может попасться. Так, кто же у нас тут? Что за фиксик спрятался? Кстати, открываете, а там реально винтик будет какой-нибудь. Ну, фиксики, они же там винтики всякие превращаются. О! Между прочим, про Шпулю сказал, и вот Шпуля. Ого! Шпуля еще на шпагате сидит. Она гимнастикой занимается. У нее такая подставка. Шпуля-то на шпагате. Шпулит. Вот это да. Так, вот такая подставка сложная. Хоба, хоба, как-то нужно. Может, в теплой воде Шпули немного подержать. О, о, здесь вставилось, здесь вот. О, такая вот Шпуля, смотрите. На шпагате с мячом. Вообще, для всех любителей фиксиков и спорта, это водовойне. Круто. И заодно можно спортсмену съесть мармеладок втихаря. Потому что обычно им нельзя. Давай вот так вот. Шпуля, вставай здесь. А у нас следующий игрок, спортсмен. Наш олимпийский призер, чемпион в фиксиковом многоборстве. Это... Хотелось бы, конечно, всю серию. Пожалуйста, не повторка, не повторка, не повторка, не повторка, не повторка. Нет, не повторка. Есть, не повторка. Это на коньках. Это Симка на коньках. Это Симка на коньках. Это Симка на коньках. На коньках. Симочка на коньках. То есть она встала по этими мячиками, похвалилась своими и встала на лед. Вот так. То есть она показала, как она... Значит, болеет в группе поддержки и сразу отправилась на лед. Ну, класс, круто. Эх, вот такая вот прима. Балерина. Нет, хоккеина. Нет, на льду покатина. Сейчас я перехожу на какой-то испанский. На льду покатино. Нет, Симка, она фигуристка, я вспомнил. На льду покатина. Нет, фигуристка. Если не называете фигуристок на льду покатинами, мне кажется, они обидятся и не говорят, что это я. Еще мармеладик. М-м-м. Как много вкусного мармелада. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Еще? О, нет, это новый какой-то у нас. Ой. Ой. А тут что с ней? Что с ней произошло? Что с ней произошло? Это Верта. Одноклассница Симки. Самая красивая, целеустремленная девочка. Так. У нас ее нужно прям тут собрать. Вот так, собираем. Ничего себе, какой интересный разный подход. И она тоже, они, видите, во, могут вдвоем болеть за Фаера. Вот такая вот Верта. При этом, смотрите, это Верта, она совместила в себе шарики, тоже показывает, как и Симка, свои парочку вот таких вот мягких, больших красных шариков. Вот, перед нами тут... Верта вертит. И она совместила еще и Шпулину растяжку. О! А вдвойне крута. Вот это Верта вывертила. Вывернула. Так, а у нас кого же не хватает? Сейчас посмотрим. Сейчас. Тут есть у меня описание все. Игрика не хватает, да?
и верты с обручем не хватает. Получается все и будет все. А, еще нолик на хоккей. На коньках с этим. Ну, вы поняли. С этим самым. С хоккейным оборудованием. С клюшкой хоккейной. Что у меня сегодня за забывчивость такая повышенная? Открываем. Мармелад. Еще рано пробовать тестировать. А вот пакетик. Игрек. То есть прочитать его, что он Игорек. А он Игрек. И он тоже тяжелоатлет. У него есть гантели. Игрек. Он такой в очках, кажется, что он такой, ну как, ботаник, но он на самом деле качок. Игорек качок. Игрек качок. Смотрите, какой он. Мастер качалки. Просто босс. А? Смотрите, в каком он, как будто в кожаном костюме вышел. И тут сейчас, ну-ка, кто босс качалки? Он такой, я, он говорит, нет, я сейчас тебе, ух, ах. И вот так вот. И остается, то есть вот у нас только нолик, фиксик по имени Нолик на льду с клюшкой хоккейной. Две коробочки, ребята, лайк на удачу нужно поставить, чтобы они попались. Мармелад у нас следующим обязательно тестируем. А этот открываем. Ну, нолик, нолик, будь там нолик. Да, точно. И остается последняя коробочка. Ну ладно, откроем уж посмотреть, кто там попался. Чтобы посмотреть, что было, будут повторки или нет. Может там секретная какая-нибудь. А может кого-нибудь я не заметил. Во, нолик на... Такой прям, ну, маленький, действительно, посмотрите, в сравнении с этими ребятами. Прям малыш, реально, классно, прикольно сделали, даже соотношение размеров идеальное. Так, и финальная коробочка из сегодня прислана. Вот все распаковали, смотрите, все, ничего больше нет. Чтобы было побольше, обязательно поставьте лайк, чтобы еще распаковочки, мармеладики, цветбоксики, разные сюрприз, коробочки, пакетики, яйца, сюрприз и прочие классные штучки, то обязательно ставьте большие пальцы вверх, почаще будет выходить. Мармелад давайте на удачу. Съедим какую-нибудь. О, какие у меня тут персик. Это все персики, что ли, будут? Реально у меня... Нет, один там не персик, а клубничка и... Вот яблочко. Ну, давайте вот гигантскую персину. Большая, самая вкусная. Ну, и будем надеяться, что... А, что все? А, нет, не все, реально. Чуть не пропустил. Это опять у нас в гимнастическом положении в каком-то... Ой-ой-ой, а как же здесь? Как-то сложно. Сложно, сложно, непонятно. А, все. Вижу, а это куда? Это сюда, наверное, ставится. А это... Сейчас посмотрим на верту. Точно, вся коллекция теперь будет верта. А, у нее сзади обруч. Так что вот это ставим сюда. Вот так. И тут вообще сложная фигурка, между прочим. Составная такая вот. Нужно здесь вот это разместить, здесь вот это. И вот так вот можно дать ей вот этот вот обруч. Гимнастика. Гимнастика. Теперь у нас тут шпуля. И верта гимнастики. Симка на коньках и с шарами. Верта тоже с шарами и гимнастикой. Нолик у нас хоккеист. Фаер качок-футболист. Игрек у нас качалки, мастер качалки. Вот. И нолик у нас убегает от мастера качалки, со всеми, по всей видимости. Нет, он бегун, ну просто бег, это тоже... Бег на месте общеукрепляющий. Друзья мои, лайки, поддержки от вас нужны. Подписки вообще будет замечательно. Котику передайте привет. Помните, сколько лайков, столько вкусняшек получает мандаринчик. Котик по имени Мандарин. Назвал его по цвету, по его, ну, конечно же. Из-за цвета он так называется. Мандаринчик, вот такой вот. Ну, а вам всем пока-пока. До новых встреч, всего хорошего, хороших вам игрушек и всяких приколюшек, дружочки-пирожочки.